это что-то неимоверное. Люди с пляжа бегут. Бедные. Их видно застало на пляже. Тут очень сложно сейчас передвигаться, потому что везде такое полированное покрытие каменное. А снег. Град очень скользкий. Ну вообще, ну, сначала египтяне, ну, в отеле персонал испугался, бегали с круглыми глазами. А сейчас уже смеются. Типа все обошлось, ничего не In a city located in an arid region, precipitation is quite rare. Вот что, гамма, тель.